Всем привет! Я хочу оставить отзыв об обучении у Никиты Бурлакова. Вот буквально недавно закончили. 30 мая нам были вручены дипломы. Ну что хочу сказать. Кто хочет и кому интересна эзотерика и мир душ, и как мы устроены, вообще как устроен наш мир, конечно, стоит пойти на этот курс без тени сомнения. Вот честно вам скажу, что у меня сомнения были. Я была уверена, что Никита замечательный преподаватель, потому что отзывы у него были весьма впечатляющие. Но я не была уверена в себе и в собственных силах, потому что всегда было такое мнение, что способности человека тоже имеют значение. Это безусловно так. Но все-таки все зависит от человека. И ну, в нашем потоке не было таких людей, у кого бы не получился гипноз или самогипноз, или быть слипером. У всех все получилось в более или в менее степени, но получилось у всех. И если вы сомневаетесь в собственных способностях, я вам говорю, что не сомневайтесь. Поверьте нашему опыту. Мы были везде, и в прошлых жизнях, и в хрониках Акаши, и общались со своим высшим Я. Это все очень удивительно, и в голове порой не укладывается, но это того стоит, поверьте. Идите смело, обучайтесь, и ну, это прежде всего поднятие вибраций собственной души, потому что на все мироустройство уже смотришь по-другому. Даже на своих детей, на своих родителей, ну и, конечно, на себя самого. Это здорово, это круто, это впечатляет. Время уже прошло достаточно, мы уже месяц как отучились, но все равно это непостижимая какая-то вещь, в которую трудно поверить. Но вот с каждой практикой открываются все новые горизонты. Очень рекомендую этот курс. Смело идите, учитесь у Никиты. Кроме всего прочего, очень добрый, светлый, теплый человек, легкий, без тени сомнений мы задавали ему вопросы, мы не стеснялись, потому что настолько положительный, настолько, ну, даже, мне не хватает слов описать все его качества. Что еще сказать? Скажу так, не сомневайтесь, у вас все получится. И если вы уже решились и уже идете на обучение, то это ведут высшие силы. Нам сейчас все вместе надо повышать вибрации Земли. Сейчас идет такая борьба темных и светлых сил. Давайте все-таки светлым силам поможем. Будем работать вместе. Почистим нашу Землю, поднимем вибрации. И, конечно же, придем к нашему счастью, к тому, к чему стремится, наверное, вся Земля, все люди. И все души. Желаю вам удачи, успехов. Я думаю, что у вас все получится. Я не думаю, я уверена в этом.